я слышала, ну, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ну что, мне кажется, Вик уже сыт мной по горло. Не сердись на него. У него сегодня заблокированы все чакры, и он выпил слишком много кофе. А у меня тогда что? Наверное, аура меркнет, да? Угу. Боюсь, что да. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чём? Увидишь. Пойдем. Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ох, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Да. Есть один упертый коп. Угу. Привет, Ви. Привет. Ты спал? Нет. Какой там уже сон. Опять твои контейнеры? Хуже. Что может быть хуже? Вести провальное чужое следствие и чувствовать, что это ты все испортил. Не знаю. Трудно объяснить. Лучше скажи, почему ты не спишь? Просто я хотел услышать ваш голос, офицер. Бывший офицер. Не для меня. В таком случае, сэр, вы набрали верный номер. Слушай, раз уж мы оба не спим, может, выпьем вместе? Ты как? Сегодня не получится. И в ближайшее время тоже. Все в порядке? Да просто... Много дел навалилось. Слушай, я
не лучший следователь в Найт-Сити, но даже мне понятно, когда человек... Хочет тебя наебать? Чего-то не договаривает. Ты нашел на свою голову какие-то неприятности. А может, это они меня нашли? Наверное, это мне больше всего тебе и нравится. Ладно, мне пора. Погоди, погоди. Что бы там ни было, я готов помочь, окей? Окей. Спасибо, Ривер. Удачи тебе. Ну все. Хорошо, что позвонил. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Попробую попросить помощи у Панам. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Есть еще одна возможность. Какая? Можно оставить все как есть. Забить на таблетки и все остальное. Если не попробуем сделать хоть что-то, мы оба умрем. Я знаю. Как раз на это я и надеюсь. Ты в своем уме? Что происходит? Ты помнишь, сколько дерьма мы расхлебали на этом пути? Помню. И ты хочешь сдаться? Почему? Потому что так будет безопаснее для всех. Во всех остальных случаях погибнут люди. Люди постоянно гибнут. Так устроена жизнь. И что, я стою этих жертв? Или ты? Вообще, только так мы оба будем в сознании. Когда наступит смерть? Да, в последнюю минуту жизни. Я не думал об этом, если честно. Столько времени прошло, а ты не перестаешь меня удивлять. Это я от тебя научился. Ви, ты правда это сделаешь? Если ты не будешь против. Наверное, я бы поступил иначе. Но валяй. Серьезно? Не будешь спорить? Видимо, я тоже чему-то успел у тебя научиться. Уже пора. Знаешь, это правда красиво. С тобой было приятно иметь дело, Ви. Да. С тобой тоже, Джонни. Попробуй, сам увидишь, тебе станет легче. Окей, Ви, ты так хотел в посмертие? И как там тебе теперь? У нас-то внизу все херово.
Ничего нового. Может, даже и хуже стало, чем было. Может, если бы я больше тебе помогал, все кончилось бы по-другому. Больше позитивной энергии. Мне... Нам будет тебя не хватать, малыш. Хочется с тобой поговорить. Вот я и решила позвонить. Как в старые времена. Это тупо, конечно, но раньше люди вообще разговаривали с надгробиями. И нормально. Ты никого не удивлял. Как будто так и надо. Если уж говорить честно, я постоянно о тебе думаю. О том, что ты сделал. И мне кажется, я понимаю, почему ты решил уйти, а не бороться дальше. Но, блин, Ви, ты вообще думал про то, как, что будет, когда... Потому что там мы сможем когда-нибудь снова увидеться. И тогда ты пожалеешь, что мы вообще познакомились. Как ты мог так поступить? О чем ты вообще думал? Вообще ни о чем, да? Я столько для тебя сделала. Я ради тебя старалась, а ты... Чем ты мне ответил? Лег лапками кверху и сдох, да? Если есть жизнь после смерти, надеюсь, ты попал в ад, Ви. Ты этого заслужил. Пока. Все исправить, да? Показать этому ебучему миру, что ты о нем на самом деле думаешь, да? Так? Ты просто не представляешь себе, как меня все это бесит, вся эта ебаная романтика вокруг суицида. Блять, все у нас Ромео и Джульетта. Ну, блять, охуеть, оригинальное решение, нечего сказать. И что ты этим доказал? Что тебе глубоко похуй на своих друзей? Вот и все. Вот зачем, Ви? Значит, ты решил просто уйти. Ну, можно было ожидать. В Найт-Сити многие люди делают такой выбор. Особенно хорошие люди. Мой первый напарник Джейми Шин тоже пустил себе пулю в лоб. Ни записки не оставил, ничего. Но это из-за беспредела, который творило начальство, я уверен. Это ничего не изменило, конечно. Разве что одним честным копом стало меньше. Что ж, надеюсь, ты сейчас...
сейчас в лучшем мире, Ви. Наверное, никогда не услышишь это сообщение, но, как говорил поэт, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. В конце концов, это был твой выбор. Ты сам решил, что для тебя лучше. Просто, надеюсь, ты понимаешь, что это коснулось не только тебя. Твоих друзей тоже. Кажется, ты даже не знаешь, как много их у тебя было на самом деле. Может, когда-нибудь мы еще увидим себя. Ты, я, Джеки. Поэтому я не прощаюсь. To pay the price.